На Благовещенскую пришли добрые вести. Свыше 8 миллионов 800 тысяч рублей в этом году будет вложено в участок дороги от улицы Вешней до Рождественской. Эта сумма складывается из областных и муниципальных средств. Доля города порядка 700 тысяч. На данном участке территории у нас в настоящее время заключен муниципальный контракт по строительству автомобильной дороги в грунтовом исполнении по улице Благовещенская. Первая очередь от улицы Вешней до улицы Рождественской. Подрядчик уже приступил к работам. Сегодня произведен покос травы. Планируется завоз материалов и завоз техники. Подрядчиком выступает местная фирма «Дорстройсервис». Срок исполнения контракта небольшой, до 30 сентября этого года. О том, что дороги на Благовещенской, мягко говоря, отличались по качеству, жители напоминали при любой возможности и на встречах разного уровня. Например, в мае этого года ветеран труда Фаина Шмакова задала этот вопрос губернатору на видеоконференции. После проведения работ, наконец, вся улица данного микрорайона станет пригодной для проезда. В рамках текущего года строительство дорог – это финальные работы. Также еще предусмотрено у нас на 2021 год устройство наружного освещения по переулку Ясный. И так как мы не ограничены рамками хорошей погоды, устраивать освещение мы можем при любых погодных условиях. Поэтому до конца текущего года эти работы будут осуществлены. Напомним, обсудить ход текущих работ, а также задать вопросы по обустройству и развитию инфраструктуры микрорайона можно напрямую главе города. Завтра, 19 августа, в 17 часов в администрации запланирована встреча Андрея Ткача и жителей «Зеленого-1».